идет к победе, он ставит перед собой цели, он этого достигает, и это как пример для подражания. То есть в моей жизни, в моей профессии, да, у меня чуть иная профессия, чем у Виталия, но я тоже хочу идти, достигать, и вот поэтому Виталий мне как пример для того, чтобы это сделать. Дорогі друзі, я дякую вам за підтримку. Дякую ще раз.